Девчонки, всем большой привет! У нас сегодня какой день? Пятница. Все мои дома, поэтому жара стоит сильная. Все мы собрались делать лосось. А также я нашла новый салат. И если получится очень вкусным, то обязательно вам расскажу и покажу, как. Так что и всем отличного дня. У меня там стиральная машинка, как всегда, работает. Смотрю моих любимых блогеров, пока готовлю кушать. И что я буду делать? Во-первых, я буду мариновать лосось. Сейчас я его замариную. Вчера забыла совсем вечером. И мы его на гриле или на барбекю посмотрим. Барбекю в такую жару, может быть, не будем зажигать. Вот, слово нашла. А еще я нашла очень вкусный салат. Я вообще люблю листать французские журналы женские. И там был такой салат. Называется табуле. Только недавно вот сестренка сегодня выставила табуле, но у нее такое классическое. А это табуле диетическое. Не то, что диетическое, а растительное. Это табуле из цветной капусты с цикорием, салатом, зеленым горошком. В общем, я сейчас буду пробовать. Здесь вот у меня цикорий, цветная капуста, зеленый горошек. Нужно базилика нарвать будет. И попробую сделать как гарнитур к лососю. Так что всем отличного дня еще раз и приятного аппетита. Ну вот, я замариновала саму лосось. Надеюсь, что вам слышно из-за машинки. Лимон и мои любимые специи. Во-первых, вот такие зернышки я покупаю, чтобы добавить чего-то такого пепса, немножко хрустящего. Моя любимая соль с травами и цветами. Также вот эти приправки Сайхерб, итальянская приправа для гриля. Для рыбки очень классная, вот это очень мне нравится. Но для мяса есть и для гриля. И моя любовь, надо бы заказать еще одну, паприка копченая. Без нее никуда. В общем, получается как-то вот так. Мальчишки уезжали в магазин и привезли мне охапку цветов. Красивые, правда, розочки? Очень люблю такие мелкие розы, розовые. Нежные-нежные. Вот так балуют они меня. Мы приехали на прогулку в небольшой замок, который был недавно весь обновлен. Так что оставайтесь с нами, сейчас погуляем. Водоемчик небольшой и дворик. Все такое каменное, симпатичное, уютненькое. Люблю я такую Францию. Хорошо, что ветер, потому что если нет, то у нас сегодня, наверное, все 40 градусов. Птички поют. Такой парк большой. Санька уже пошел в туалет. Детки, конфетки. Столики такие для пикника здесь. В тенечке. И посмотрите, какая скульптура цветов. Очень красиво. Обожаю. Санька решил перекусить. Что кушаем? Такие пирожные французские называются мадлены. Такие брешики. Они бывают белые, с шоколадом и разной формы. И с вкусом миндаля. И фанту. Пьет. Иногда пьет, да. Сарафан очень длинный. Пришлось узел завязать. Нужно бы мне его подшить. Никак руки не доходят. Какая симпатичная беседочка с розами. Уютненько тогда. Сегодня повторяю слово уютненько. В каждом видео есть какое-то слово паразит. Так что извиняйте. Ой, сколько шмелей. Собирают мед. И здесь можно увидеть разные посадки. Груши, яблоки.
различных сортов. Виноград, вон тетя говорит. Муж сегодня не поехал с нами гулять, потому что футбол. Виноград и розы тянется по стене. У нас тоже есть виноград. Смотрите, эта скамейка сделанная из земли и травы. Классно, да? Пошли. Ну, смотри, ты стрекоз. Стрекоза. И бабочка, да? И лягушка, Саша. Это дерево с инжиром. Много здесь, но они еще маленькие плоды. А здесь у нас домик для насекомых. Даже не домик называется, а замок, шато. А инсект. Такие во Франции везде в парках. Очень красивый парк. Я потом вам все сноски девчонкам, которые живут во Франции, или тем, кто приезжает во Францию, оставлю в инфобоксе. Обязательно посетите места не только возле Парижа, но и в пригороде. Это совсем недалеко, но есть замечательные места. Сейчас такая мода пошла во Франции, во всех небольших усадьбах, маленьких замках есть огородики. Посмотрите, здесь вот щавель растет. О, уже 100 лет не ела, надо листочек сорвать. А здесь, наверное, кабачки или тыква. В общем, красота. Погулять с детьми, показать все это очень даже приятно. А это не укроп, фенхель. Рыбку с ним вкусно делать. Люблю всякие травки, муравки. У нас так жарко, вы просто не представляете. Я все в мыле. Одела свой сарафан, который недавно вам показывала в покупках. Мне он очень нравится. Такой удобный и яркий. А здесь что такое смастерили? Это дерево. Остатки дерева. Красиво, да? Все так ухожено. А розы. А там у нас кувшинки. И птички поют.
Смотрите, что сделали такое дерево, а на нем муравьи. Искусственные. Прикольно, да? Сейчас посмотрим, что это за такие чудесные муравьишки. Два друга, бабушка и Саша, неразлучные. Небольшая выставка. Вот мы посетили с вами Domaine de Montager. Я все оставлю сноски в инфобоксе. И это визиты бесплатные в нашем регионе. Я буду вам показывать бесплатные места, которые вы можете посетить в Île-de-France. Всем пока! До встречи на моем канале!